Приветствую вас, геймеры, меня зовут Дмитро, и сегодня мы с вами начнем, по сути, уже третье параллельно идущее прохождение Europa Universalis 4. Вот так вот прикольно получилось. Вообще, сначала я хотел одну мобильную стратегию от AZTech пройти, которая долгое время на iOS шла на китайском языке только. Но потом подумал, ну нафиг, потом может. Но к тому же мне потом надо будет уезжать в некоторое время, поэтому когда я буду в отъездах, будем снимать что-нибудь из AZTech, может, или из других каких-нибудь стратегий на iOS. Вот. Ну а сейчас пока погоняем именно в Европку. Просили меня. Да я и сам, в принципе, собирался. Ну вот недавно вот еще раз попросили погонять в модификацию ETRUS. Вот я решил. Вот я и решил. Вот так вот. Ну что ж. В общем, обновил я этот мод под этот 1.12, по-моему, патч, да. Что еще хочу сказать? Хочу сказать, что потестировал я немножечко, посмотрел, за кого лучше поиграть. Так, немножечко прогнал из интереса. В общем, решил я, ребятки, выбрать сценарий. Фактически сценарий называется «Древние боги», но он будет немножечко прокручен. Так, сейчас. Так, так. Так, нет. Нет, нет. Чуть-чуть. Вот. 882 год. Где у нас куча всяких интересных вещей, куча пустошей. В Африках вот всяких, в Америке. В Америке, по-моему, то же самое все. Ну, почти то же самое. А вот в Африке удивительно, нету ни Конго, ничего. Тут Тимбукту, только Гана, Марокко, вот за которым мы сейчас играем в другом прохождении. Дядьки Султана нету, удивительно. Ладно. Ну, а играть мы будем с вами за Русь. Да, за Киевскую. И не случайно выбрал дату 882 год. В этом году, по-моему, если я не ошибаюсь, объединился, ну, в смысле, появилось первое объединенное русское государство. Вот, собственно, Русь. Именно поэтому я решил начать именно с этого года. Хотя, по идее, можно было со времен Рюрика погонять. Или вообще там древлянами каким-нибудь. Но я подумал, ну нафиг. Погоняем первым объединенным русским государством. Вот. Будем много воевать, очень много воевать. Сразу говорю, вот сейчас, наверное, начнем мы с игру, сразу воевать будем. Вот такие вот делишки. Да, воевать будем много. Играть будем до... Давайте так, играть будем до, наверное, 2016 года. Вот так вот. Я думаю, это самая то дата. Потому что не хочу забегать далеко вперед. Ну, а так до 2015-2016 года. Единственное только, если до 2015-16 года я захвачу весь мир, я, конечно, закончу игру. Я закончу игру либо в 2015-16 году, либо когда захвачу весь мир. Ну, если такое получится у меня. Вот так вот. Будет русский мир, действительно. Ладно, давайте, хватит болтать. Погнали. Так. Тыц. Так, ребятки, короче, тут проблемка опять случилась, позвонили. Ладно. В общем, как всегда, болтаю много, тогда звонят обязательно. В общем, что у нас тут? По лимиту войск добавляем. О, 20 из 19. Надо будет 1000 отсюда нафиг убрать. А подожди... Это, да, 20 из 19. Ну, или поставить какое-нибудь здание на лимиты есть. Там можно ставить, да? На оборону ничего нельзя пока. Ни хрена себе тут турень должен быть. Да. Доступное национальное решение. Пойти фестиваль, поддержать волхвов. Курс на запад. Прикольно.
Дань православия. Создать союз с северянами. Это кто вообще? Где-то на севере, наверное. Не знаю, что-то не вижу их. А, вот. Господи, они меня люто бешено ненавидят. Я не буду с ними ничего делать. Я лучше их покоцаю потом. Вон в Минске есть какие-то дриговичи. О, они согласны моим вассалам стали в будущем. Не, ну... Ну, не знаю. Не знаю. Так. Литва вон есть, обожает меня. Просто. А вот Польша ко мне конкурирующая. Вижу. Ребятки, главными противниками у нас, скорее всего, будут хазары, да? По летописи, давайте посмотрим. Ни хрена себе тут наций. Эстония вон есть. Так. Хорватия. Хазары. У хазаров лимитами 46. Пипец, короче, они. В общем, нам надо сейчас срочно хорошие союзы заключить, иначе хазары нас в порошок сотрут. Кто у них, кстати, в религии? Иудаизм? Интересно. Мне казалось, хазары сунниты были. Ну ладно. Так. С кем мы можем подружиться? Давайте посмотрим. Вначале. Так, вот эту вот байду там надо сделать. Два дипломата у нас. Так что два союза пока можем кинуть. Давайте с Литвой, наверное. Сейчас. Если не найдем никого лучше, подружимся с Литвой. А тут больше никого нормального-то и нет. Тут Моравию вижу, и на меня пофиг, по сути. И, по сути, на меня пофиг. На сути, она не согласна, почему. Да, религиозная группа, бла-бла-бла. Понятно, в общем. Так. С поляками мы точно подружиться не сможем. Давай, короче, с Литвой союз бахнем. А! Дожди. У нас мнение о них херовое. Милота, да и только. Так. Вятичи вот с нами хорошо. Ладят. А вот марийцы на нас как-то не очень хорошо смотрят. У них богатый пароль, надо будет на них напасть. Поскорее. Короче, давай так сделаем. Так, северяне. Северяне тоже на союз, в принципе, согласны. Но я не хочу с ними бодаться. Пока. Дружить. С другой стороны, северян загасит хазарская эта хрень, если мы им союз сейчас не кинем. Так, враги Марицы, Муром, Вятичи. А Вятичи с нами дружить хотят. Любят нас. Да ладно, пофиг. Давайте, короче, с северянами союз все-таки сделаем, сейчас я только в задании это сделаю. Союз. Так. И еще одного дипломата кинем Дриговичем на союз. Да, и надо выбрать соперников. У меня в соперники забацали Дания, Болгария, Венгрия и Польша. Так, я закину в противнике Венгрию. Марийцев и поляков. Так, как у нас там с экономикой? 87 копеек прибавляется. У нас еще и флот есть. Удивительно. Так, ну ладно. Давайте погоним немножко. Так, скорость только сделаем. Нифига себе тут. Так. Дриговичи заключили союз. Северяне заключили союз. Дико репутация у нас улучшилась. Бабки для бутылок. Прикольно. Так, Старая Пруссия хочет со мной заключить союз. Это кто вообще такие? Так. Верховный вождь. И Венгрия, Литва и Померания. Не знаю даже, стоит ли с этой Старой Пруссией связываться. Давайте посмотрим по армиям. Так. Старая Пруссия и Литва. Сравним. 9 в Старой Пруссии, поднимите в 11.
У Литвы 7 позитивных 10. Давайте Ставрусью тогда в друзьяшки добавим. Так, и сразу тогда попробуем напасть. Сразу попробуем напасть. Знаете, на кого? Магийцы в связи с Пермью и Мерию какой-то. Это кто такие? Мерия 6000. Пермь. Ты где? 6 получается. 6 у Перми, 12. И Магийце. И Магийце 9. Ну, то есть, где-то в совокупности они, конечно, дадут посаться нам хорошенько. Так, а если мы с Литвой захотим по воевашке устроить? Мы захотим по воевашке с Литвой устроить, их союзников нету. Что хорошо, на мой взгляд. Есть еще Латалия, есть еще Ливония. Короче, вот сюда надо куда-нибудь расширяться, попробовать. Давайте попробуем с Литвой фабриковать чего-нибудь. На Лиду, например. Так, и попробуем сфабриковать на... Ну что? Что-нибудь из этого. Какая-то срань тут всякая. Давайте, наверное, на Ливонию. Хотя можно и на Латалию. Давай, короче, на эту байду сфабрикуем. Так. С Григовичами мы вассальные отношения сделаем. Так, большая ньюфаундлендская банка у Марокко. Это Рус. 5 баллов. Так, Григовичи. Предлагает брак, Северянин предлагает брак, я согласен. Так. А, кстати, у нас тут еще такая штука интересная есть. Можно выбрать религиозный культ. И я, наверное, выберу. Я, наверное, выберу Световида. Имбовый дядька. У нас беспорядки падают. И при этом увеличивается хорошенько доход от налогов. По-моему, это самое то. На начальном этапе, по крайней мере. Так. Значит, фестиваль какой-то. Так, обвинка и 17 денег. Стабильность, эффективность, синего боевого духа. Ну, кстати, хорошо. Перед войной проведем фестиваль. Так, тут у нас... Тут у нас стабильность на 20%, идите в жопу. Стабильность на 20% это пипец. Так, Старопруссия тоже предлагает нам повеселиться вовсю. Литва так и не нашла себе друзьяшек, и она меня люто бешено ненавидит. То же самое... Ой, твою мать. Латалия... Латалия это не варик теперь. Ладно, не будем фабриковать на Латалию. Так. Емь, это что такое вообще? Это Эстония. Чуть. Можно с Чудью, кстати, разобраться спокойно. Все с Эстонией у них. О, давай с Чудью. Прикольно, Чудь. Вот и нормально. Так. Болгария объявила войну в Венгрии, сославшись на племенную вражду. Интересно, слушайте. Сейчас фабрикуем. Там у нас купец, кстати, сидит. Давайте его в Киев кинем. Так. Да нет. Через торговлю его в Киев. Чуть прибыль. Так. Разногласия в армии. Мы должны атаковать. Осадное умение нам сейчас будет очень кстати. Хазары объявили войну в Венгрии. Ой, вообще прелесть какая-то. А нам сейчас надо расширяться пытаться и побольше с армией взаимодействовать. Так, Литва.
Литва нашла себе друзьяшков, какие-то абадаиты тут. Это кто такие вообще? Ну-ка, давайте найдем их. Короче, какая-то срань вот здесь. Давайте, в общем, нападаем на Литву. С абадаитами как-нибудь договоримся. Северяне не помогут, помогут зато Дрегович и Старая Пруссия. Отлично. Отлично. Туду. Так, потом с эстонцами разберемся чуть-чуть позже. Мы, кстати, можем нанять командира, и я думаю, что мы его наймем. Вот. Вот так. О! Наследник трона по имени Иван. Реализм, уровень бог. Ой-ой. Это случайно. Но с другой стороны, мы лимит войск вернулись. Подменяемый. Так. Давайте сюда. Побьем литовцев. Все, литовцы готовы. Нам надо столичку осадить и не париться. Нифига себе, там у них крепости. Пипец какой-то. Старая Пруссия, кстати, нихера так армию себе накрафтила. Так. Византия объявила войну хазарам. Вот это хорошо. С Византией можно, кстати, будет союзик сделать. Она тут, видимо, местная имба будет. Ну, в принципе, исторически в каком-то смысле так было. В каком-то, в плане того, что связи с Византией налаживались Русью. Поэтому было бы, наверное, неплохо дипломата туда отправить. Так, на союз у нас ничего не хватает. Ну, мы являемся агрессором, во-первых. Так, другая религиозная группа, нейтральная. А, нам надо будет, наверное, принять православие, и тогда мы получим с ними. Все нормально. Так, стабильность уменьшится. Что там надо? Стабильность выше либо равная единица и мир. То есть мы можем православие принять в любое время, по сути. Дня и ночи. Так, деньги у нас пошли в минус, наверное, из-за подкреплений. Люди истощаются. Все, Вильнюс мы взяли. Блин. Так. Абадаиты эти теперь, чертовы. Как с ними разобраться, вопрос. Надо попросить прохода войск у Померании, наверное. Пустите, пожалуйста. Вот. И пошли. Воруй, убивай. Надругивай с ними гусями. Так. Польша объявила войну Литве как подчинение. Так, абадриты сюда приперлись, кстати. Литва предлагает мир. Уступит Лида. Нет, не интересует меня Лида. Ой, уж надо тут. Каких-то чертяк встретили. О, поляки нам помогли. Прикольно. Слушайте. Так. В принципе, 80% счет. Можно, наверное, и не париться со всем этим. Ну-ка. Вот это мы возьмем однозначно. Это надо нам. Вильнюс. Лидака у нас вот это. Вот это все возьмем. Вот. Знаю, нас не полюбят Курляндия и Латалия, но они, в принципе, пипец. Так. Вот Киросау, Мадриты. Нормально. Полностью присоединили мы Литву. Руси стало чуточку больше. Так. Так, а нас еще и Старая Пруссия пропускать не хочет. Вот зараза. Так, пусти, давай. Двое требуют старых прав. Ну ладно.
Бывает такое. Так, какое у нас задание? Встретить с картой державу Чуть. Вот это вот неплохо. Либо завоевать Ярославль, тоже неплохо, конечно. Ну, давайте, наверное, с Чудью сначала разберемся. С Чудью мы вообще быстренько договоримся тут. Помирание порвало проход войск. Дрегувичи хотят прохода. А Курляндии что-то мне надо. Ну, ладно, пустим их. Пока мы добаем, мы их пустим. Так. Вот ублюдок. Хотел нам тоже претензию сфабриковать. Так, с Эстонии. В Эстонии какая армия? Эстония. 6 тысяч. Нормально вообще. В общем, Ованец мы можем спокойно захватывать и не париться. Державе Велеты пусть. Это вообще кто? Пяст? Прикольно. Не знал, что пясты были у Велетов каких-то. Так, подожди, давай. Давай конкретно. Скажите, кто это. А, вот. Так, ну они меня любят, воюют с кем? С абодаитами. Польская вассализация. Ха-ха! Все еще польская вассализация Литвы идет война. Ну давайте, воюйте. Так, это с ними там. Кореша какие-то. Так. Давайте быстренько Волонец. Бежим. Это вообще кто? Вепсы? Прикольно. Не знал, что у вепсов флаг такой скандинавский был. Так, все, объявляем войну Алансу. У Эстонии союз только с Чудью, поэтому мы можем абсолютно не парясь. А, никто нам не поможет, кстати. А, блин. Подожди. Это чуть-чуть из другого ракурса. Вот так вот можно сделать. И та-дам! Так. Давай, короче, поделим немножко людей. Так. Вот так вот сделаем. Быстренько Волонец забежим. Давай, выноси ублюдков. Так. Ни хрена себе у них там. Так, 8 ксарей у нас. И у эстонцев еще 6. Потом туда пойдем. Черт возьми. А, еще чуть-чуть, мы бы тут профукали все полимеры. Но как каким-то макаром нам... Все-таки тут повезло. Так. Изи. Топаем в Лиюма. Добили вообще всех эстонцев. Ну вот, нормально. Так, Латалия била на Ливонии. Это, в принципе, пока пофиг. Давайте наемников наймем. Может. Так, почему у нас с ними армия 18? Я еще-то не допер до этого. Так, ну ладно. Смотрим. Так, а как у нас? Ни хрена себе у нас тут прирост рекордов какой. Жесть. Так, беспорядочки. Православные фанатики у нас есть. Ни хрена себе у нас тут веселые дела идут. Так, чудские сепаратисты. Финские сепаратисты. Епские. Да, в общем, я неплохо сделал, что нам надо с беспорядки тут сделать. Надо усталость только понести к войне. Так, и старая Пруссия приступилась. Окей. Северяне просят помощи в войне с марийцами по и войне с Москвой. Так, подожди. А кто в друзьях у северян? Только я. С Пермью и мирянами идите вы в баню.
теряем лучше престижа немного, но... Но не будем париться с этим всем. Так, скорбящий синий. Как всегда. Вот так вот. Лучше всего выбрать. А черт возьми, когда они уже там помрут? Все. Там наемников надо. Немного. Бессмертные. И название. Ни хрена себе, а почему мы не можем... Я что-то вступил. Так. Все. Эти уйдут подальше, мы наемчиков не имеем тут. А, все, мы выиграли осаду Аланца. Там тоже сейчас быстренько возьмем. Все, что хотим. Так, давайте, наверное, командующего еще. А нет, командующего еще нифига. Давайте что сделаем? Тут сколько еще? 570 людей. Флоту Эстонии 4 корабля. 1-2. Ясно. А у нас? У нас 1-1. В Эстонии вот это вот отхапать не выйдет. Как бы грустно это не казалось. Так. Хорошо. Ладно, давайте, наверное, генерала наймем все-таки дополнительно. Устроим воевашку. Надо разгромить все-таки эти чертовы войска вражеские. Так. И еще кое-что. Там они друзей себе не нашли случайно? Или нет, вроде. Ой, подожди. Возвращайся назад, кохай на их торжок пошли. Да. Так. И теперь идем сюда, а то у нас что-то совсем грустно с людьми. Все, порядочек. Так. Сражение за Хаюма. Выиграли. Газикумуха бью войну Хазагам. Ни хрена себе там Хазагам. Наваляли. Сколько интересных вещей тут творится. Ну, значит, не так уж и страшно с этими хазарами будет воевать. Все, Хаюма мы взяли. Идеально надо было бы сюда пойти, но нам ни хрена ничего не сделал. Ну-ка, старая Пруссия может помочь. Ни хрена не хочет. Плохо. Ну, тут вроде крепости нету, может быть, мы сможем так отжать. Посмотрим. Так. Ну, давай, может, с чуё. Не хрюш. Нет, это нельзя взять. Никак нельзя. Ладно, давай тогда. У эстонцев мы попросим вот это. Так, кстати, я что-то ступил, я национализации не бахнул. Ни хрена себе тут национализейшн. Да. Веселые дела. Ну, по крайней мере, тут можно будет, если что, немножечко подчитырить. Национализации. Потому что они тут нереально какие-то упоротые. Ну, как в принципе и везде. Так. На этом патче, я имею в виду. Так. Ладно. Так. Аланец тоже забираем. Блин, я. Ну-ка. Чё? Я хотел на деньги еще посадить немножко. Все, мы выполнили. Миссию, восстановим своих рекрутов. Ну и, в общем, все здорово. Так, надо с Дриговичами улучшить отношения, завассалить их и заанексить потом, наверное. Да. Старая Пруссия, кстати, нас тоже любит. Надо будет тут что-нибудь придумать интересное. На этот счет как... Так, и задание. Улучшить отношения с Вятичами. Вятичи нас и так, кстати, любят и друзей и не имеют, так что мы можем напасть на них потом. Предали мы северян. Но с другой стороны... С другой стороны, очень не хотелось бы, чтобы северяне взяли Москву. Поэтому все вот так вот получилось. Ладно.
что. Давайте посмотрим, что тут вообще творится в целом, перед тем, как эпизод закончит. Западное Франкское королевство. Восточное Франкское королевство. Интересно. Так, Дания тут была. Ну, по-моему, она тут и была по истории. Так, Шотландия. Так, Лайт. Англии что-то вообще нету. Даже намека не. Манстер, Мид, Влады Конах. Ну, тут практически все, что было, когда мы с вами играли, помните, в прошлый раз. За Британию. Только не в Этрусе. А, так, Фландрия, прикольно. Италия уже сейчас. Интересно. Папская область, Тоскана, Неаполь тут. Беневенто, прикольно. Ну, Византия тут главная сила пока, как я вижу. Может всем нападать. Византия себе Крым оттяпать хочет, вот чего. Да, надо будет с ней подружиться обязательно. В врагах у нее, кстати, болгары. Хазары, басиды. Басиды. Это басиды, это, наверное, дядька Султана есть какой-нибудь. В будущий. Или Тулуниды, нет. Тулуниды, наверное, это мамлюки. А басиды это дядька Султан. Мое мнение. Так не знаю, как бы. Иберия. Абхазия, вообще весело. Да, тут легкая наркомания тут творится. Ладно, закончим на этом. В следующем эпизоде попробуем загасить тут эту Латалию. Курляндию, наверное, попробуем. Отхапаем Москву себе, может быть. Да. Но сперва надо для людских резервов восстановить. Хоть чуть-чуть. Вот. Так что, вот такие дела. О, ну и название. Печенеги. Прикольно. Ладно, все, закончим. На этом. С вами был Металл. Подписывайтесь на мой канал, делитесь видео, ставьте под цвет. Всего доброго, увидимся в продолжении прохождения. И помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you, guys!